Наверное, проехать по этой дороге без помех возможно только зимой, когда машины укатывают снег. Но в остальные сезоны все это превращается в настоящее болото. Глубиной сантиметров 10 по ней невозможно ни пройти, ни проехать, а селит ее только внедорожник. По заявлению жильцов дома 13/6 по улице Молодцова, эта яма всегда была здесь. Даже на панорамных картах в интернете, где ярко светит летнее солнце, можно увидеть эту лужу во всей красе. Неужели за все время нельзя было сделать обычный водоотвод? Да, дренаж здесь есть. Правда, из-за его расположения вода в него так и не попадает. А до ближайшей лужи еще идти и идти. Неизвестно, сколько опасностей в своих водах скрывает эта лужа. Камни или даже металлические предметы, которые затаились в яме, представляют большую угрозу для автомобилей. Под слоем воды и не увидеть всех препятствий, с которыми предстоит столкнуться водителю. А порой и дети, которые любят играть в самых необычных местах, меряют глубину луж. Поэтому она не только причиняет массу неудобств, но и несет большую опасность. Вы знаете, вот в детстве моем, не помню, мне уже 35, а вот последние лет 10, ну просто какое-то безобразие. Да она все время здесь, что и летом, что и осенью, что и весной. Тут все жители, тут лужи собираются, тут комары все это достают, конечно. Здесь лужи зимой и летом. Ее надо сперва канализацию сделать, вот сами посмотрите. Уже весна, она никуда не уходит. Смысл дорогу положить? Я вот не вижу. Сколько я живу, 20 лет, столько и дорог такая. Хоть и новый асфальт сделать, так она и будет. Стека нету, дренажа нету. Всю жизнь болото была и будет. Вот в этом доме я жил, знаю. Тут нет стекать, ни дренажа, ничего нету. И что, сейчас вот положи новый асфальт. Положи, все, и на нем такая же вода и будет. По заявлениям жильцов дома, ситуация с этой ямой освещалась неоднократно, но ни к каким результатам это не привело. За долгие годы, что лужа здесь существует, люди научились с ней жить, ведь другого пути у них нет. Сейчас на этом участке дороги проводятся ремонтные работы, цель которых нам неизвестна.